тревог и забот, и удачи, побед. Сотни новых дорог ждут нас всех впереди, по которой из них пойти. До свидания, школа, до свидания, детство, и друзья, и подруги, и учителя. От расставания нам никуда не деться, но школа, мы не забудем тебя. Дорогие выпускники, родители, учителя, среди традиционных школьных праздников самый торжественный и знаменательный – это праздник последнего звонка. Для выпускников школ он стал праздником незабываемых мгновений, праздником радости и печали одновременно. Это самое светлое воспоминание о школьной жизни, и это старт. Последний звонок в 2020 году примечательный. Он проходит в онлайн-режиме из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом. Но вы еще будете рассказывать своим детям и внукам о том, что были самым первым выпуском, для которых последний звонок прозвенел в онлайн-режиме. Для нынешних выпускников 9 и 11 классов текущий учебный год – это год испытания. Ведь всю четвертую четверть вам приходилось осваивать дистанционную форму обучения, проявлять самостоятельность в освоении знаний. Режим самоизоляции внес трудности и в общение с друзьями и родственниками. Благодаря учителям, родителям, собственным устремлениям, вы, дорогие выпускники, смогли достойно закончить освоение школьной программы. Приобретенные за школьные годы знания станут вашим главным пропуском в новую, насыщенную событиями жизнь. А сейчас вы стоите на первом в вашей жизни перекрестке, на самом важном. Перед вами множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь. Уверена, что многие уже приняли решение, в какой профессиональной области реализовать свои мечты и способности. С каждым днем на вас будет возлагаться все больше ответственности за выбор своего места в жизни, за своих близких, семью, за нашу страну. Теперь решения вы будете принимать самостоятельно. Выражаю искреннюю благодарность учителям за высокое служение избранному делу, неутомимый творческий поиск, доброту и душевную щедрость. Родителям за повседневные хлопоты, за помощь и поддержку школе. И, конечно, за то, что вы вместе с детьми осваивали онлайн-обучение. Желаю вам, дорогие выпускники, широкой дороги в жизни, ярких успехов на избранном поприще, крепкого здоровья и настоящего счастья. И каких бы вершин вы ни достигли, помните всегда, что ваш путь во взрослую жизнь начался здесь, в родной школе в Жилятинском районе. В добрый путь, выпускники! Нашу память хранит школьный фотоальбом. Сколько добрых посланий оставлено в нем. В каждой строчке мечта, будет здорово нам снова встретиться через...